Забор посреди детской площадки. Такую картину уже несколько лет наблюдают в своем дворе жители дома 159 по улице Московская. Бетонные плиты буквально отрезали старые качели и песочницу от внешнего мира. Теперь здесь притон для шумных компаний. Детям играть здесь опасно, отметила уполномоченная по правам ребенка Татьяна Загородняя. Вместе с представителями городской администрации и общественниками детский омбудсмен провела рейд по заброшенным объектам. По словам ревизоров, в Саратове более 40 подобных опасных мест. Многие из них находятся в центре города. Причем, как показали постоянные инспекции, это могут быть не только заброшенные высотки. Часто такие объекты могут находиться буквально под ногами. Это могут быть и люки, в которые в прошлом году два ребенка упало, и один из них погиб. Это могут быть и заброшенные стройки, с которых дети падают и проникают туда и падают. Их надо тоже закрывать. И это могут быть и ямы с водой, в которые дети могут свалиться и свариться просто. То есть, по большому счету, как бы, чтобы территория нашего города не стала джунглями, нужно за территорией нашего города постоянно ухаживать. Уже 10 подобных объектов, по словам омбудсмена, не несут никакой угрозы здоровью окружающим. Наоборот, теперь это места притяжения детей и подростков. На месте бывших руин установлены детские площадки. Остальные места из списка, сформированного с помощью активных горожан, будут облагорожены в ближайшее время.